8 семейных спортивных команд съехались на традиционное соревнование в село Курячевку Белокуракинского района. В каждой из них по 3 человека, все они родственники и регулярно занимаются спортом. На 5-й районный турнир каждая команда привезла мини-выставку своих достижений. Младшему участнику праздника 12 лет, а старшему 59. Мини-футбол, волейбол, настольный теннис. Теннис, шашки и броски волейбольного мяча по кольцу. Такова программа турнира. Его провели по олимпийской системе, проигравший выбывал из дальнейших соревнований. Самой спортивной в Белокуракинском районе стала семья Крывули из села Поповки. Ее наградили кубком, а всех участников – памятными медалями. Своєю родиною намагаємося займатися постійно спортом і показувати непогані результати. Традиційно ми це наші коньки – волейбол, футбол, настільний теніс. Сім'я в нас спортивна, всі граємо в футбол, волейбол. Атмосфера тут приємна, я вже тут був раз на соревнованиях, мені подобалось, приїхали ще раз. То ми не тільки в спорті, ми ще й